Это что, наб-наб? Не надо, это наб-наб на минималках, беги. Здорово. Ты кто, здорово, спаси меня. В смысле, бан-бан? Спаси меня, бан-бан. Это еще что? Эй, игрок. Наконец-то разработчики упоротого бан-бана добрались до его седьмой части, и это Horror Bus 7. Будет круто, поэтому бери вкусняшки, ставь скорее свой лайк и погнали играть. Я открыл Софтплей, а я Golden Freddy, начинаем. Мы с вами уже проходили несколько частей, я не помню, ну не, мы не с первой части начали знакомиться с этой игрой. Все, пришел. Теперь открой дверь, и нас ждут новые приключения. А что так лагает, слышишь? Давай сначала покидать сделаю. Потом настройки сделаю, потом немножечко это вот средний. Не, давай сильный. Вот сильный нормально. Так, и, собственно, да. Так пойдет? Да блин, иди в жопу, ну лагает. Короче, мой комп говна. Комп говна, на минималках играем. Все, пойдем. Я не виноват. Но это совсем говно. Подожди, дай что-нибудь среднее между говном и говном. Подожди, ну давай. Давай, пробуем среднюю графику. Нормально, вот оно. Все, пришел. Теперь открою дверь, и нас ждут новые приключения. Блин, полтора часа настраивали графику. Ну хотя бы вроде. Вроде сейчас норм, да? Вот фонарик есть, все, отблески. О, нифига себе, новый монстр. Монстров, короче, в этой бан-бан на минималках добавилось 1000. Всяких разных, поехали. А, у меня ключ-карта же. Я нашел. Я открыл. Русский язык добавили, вообще имба, по-моему, не? Игра имба 10 раз, поэтому что можно сказать? Прикольно. Так, что тут? А ты будешь разговаривать со мной? Так, туда нельзя, опасно. Туда нельзя, опасно. Тут-то все закрыто. А что нам делать? Подожди, там что-то валяется. Ля, там скелет лежит дохлый. С игрушкой. Два скелета, ё-моё. Это жестко, это жестко. Пойдем. О, вот вход есть, наконец-то, поехали. Это что, наб-наб? Не надо, это наб-наб на минималках, беги, здорово. Беги от наб-наба на минималках, он... Где он? В смысле? А. Ля, он медленный, сам... А-а-а! Бежит, тихо, 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 я ошибся, он немедленный. Где он? Где он? Ага, ля, ля лошара. Обосрался, да? Так, все, наб-наба мы уделали, он лох. Здесь все за дичь происходит. Это кто? Это гигантская моль, понятно. Медвежий таймер. Быстрее сюда! Какой медвежий таймер? Что? Как прыгать? А, наконец-то. Тихо, тихо. Тихо, я наверх. А! Ты дурак! Что? Это была самая тупая смерть в жизни. Что это было? Он сам на свой шип прыгнул, или... Так, ладно, стоп, я погнал, пацаны, давайте, пока. Какая тупая музыка в этой игре, я прям не... Что, Фредди Фазбер? Холера Фредди Фазбер, здорово! Привет, меня зовут Медвежий Таймер, включите две кнопки, чтобы идти дальше. Медвежий Таймер, да нифига, у тебя реально есть таймер, смотри. Ты Холера Фредди Фазбер, не ври мне. Я не могу, какая тупая игра. Какая тупая игра, она такая угарная. Я поехал, пацаны. Это, вот прикинь бы, а прикинь бы, это реально был настоящий бан-бан. Вот это было бы, конечно, да. Так, радиация прогрузилась. Мне нормально? Идеально. Все, я погнал, пацаны, пока. Что-то открывается, новые какие-то двери. Вау, это золотая статуя наб-наба на минималках. Идеально. Собери 5 пати хэдс. 5 пати хэдс, я уже вижу 2. Раз. 2. Ну, звуки все из бан-бана. Если вы думаете, что это не пародия на бан-бан, то вы ошибаетесь. Тут и все двери. Ну, двери, ладно. Двери. Ну, короче, звуки. Именно звуки взяты из игры бан-бан, поэтому. Я собрал 5. Так, я сейчас победил или нет? Я не понимаю. Ну, я погнал. Вроде я 5 собрал. Я что-то открыл где-то. По, ну, судя по звуку. Ну да, вот дверь. Подожди, это не дверь. А что делать? Вот эта дверь открылась.
Так у меня нет ключа. Может, там ключ появился где-то? Подожди, а где... Не мог появиться... Так, подожди. Чтобы зайти в пятую зону, надо собрать ключи. А что такое пятая зона? А вот пятая зона, так я зашел. А ключ где? Ну, бывает, что, пропустил ключик. Я ж не знал, что он там лежит. Очень яркий фонарик в этой игре, капец. Нужно ослепнуть. Пойдем откроем первую... В смысле, первую? Это только первая дверь! Понятно, эта игра проходит за миллион лет. Это не та дверь! А где была первая? Вот это первая дверь, ё-моё, ну тогда за мной, игрок. Так это долго идти. Так, на нас никто не нападет здесь, я надеюсь. Я не понял, ты Джамбо Джош или ты Шериф Тодстер? Кого ты пародируешь, чел? Вау, это что за куски говна тут? Мы в чьей-то жопе? Беги. Там был... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ты кто? Здорово, спаси меня! В смысле, бан-бан? Спаси меня, бан-бан! Чё? Чё происходит? Так-так-так, новенький, это хорошо. Но жаль, я его разнесу в пух и прах. Ты про кого сейчас? Про меня? Ой, я. Как? Откуда шипы появились? Почему бан-бан в каждой части умирает? Ну и все, вашего друга убили в один миг. Игрок возьмет ключ, иначе тебе придется вернуться. Да взял я, взял, что ты разорался-то. Это сердце даду, типа, за мной, игрок. Да разве что происходит здесь? Куда? Тут за... А, там, подожди, оттуда бан-бан вышел. Так, это еще один ключ, это ключ от той двери, которая... Я нифига не понимаю! Кто понимает, что происходит, добежите, что происходит, потому что я сейчас с ума сойду. Какой это упоротый бан-баныч, я просто... Ай-яй-яй-яй-яй, что вы разработчики, вы с ума... Там что-то это, вы... Вы явно, нет, неадекватные. Так, это лифт, поехали. А, в смысле, а ты... А чё я один-то? Загрузка. Это что? Идите к первой двери, это... Мы в городе хирурга? Вы кто? Что за толпа дегенератов? Я не понимаю, что происходит. Какая жесть, ребята, просто попали в город идиотов. Так, это олень. Здравствуйте. Это первая дверь? Это первая дверь. Я пошел. Я не знаю, куда идти. Я иду, куда иду. Так. А, это кто? Ты кто? Ты кто? Ё-моё, он опасен! Он опасен! Все, я прошел. Чего? Отстой! Подожди, это как такая прогрузка-то странная? Подожди, вот сюда мне, да? Пацаны рассосались! Рассосались мне сюда! Нет, не сюда. А куда? Не сюда. Ой-ой-ой. Там гигантская лошадь. Гигантская лошадь! Что происходит? Ой, кнопка. Гига... Подожди, одна кнопка или две кнопки? А, вот кнопка. Гигантская лошадь, ключ-карта. Что творится в этой игре? Я ничего не понимаю, я погнал. Так, все, я ключ-карту нашел. Подожди меня. Ты фига ты, метеор, ты чё? Чё дальше? Мы где? Мы куда пришли? Беги, я бегу! Я бегу, ты тоже беги! Алло, там кто-то за нами, кто-то бежит! Ты беги, я бегу! Кто там? Давай посмотрим. Офигеть, это что такое? Это заяц! Это Бонза? Это что за фигня такая? Это какой-то бешеный кролик! Алло! Это Бакс Банни! Не надо! Не надо меня кусать! Что это? Шипы. Я погнал. Давай, пока! Ё-моё, какая тупая игра, я не могу! У меня сейчас мозг взорвется. Что происходит? Так, автобус. Доброе утро, Соня. Как дела с автобусом? Неважно. Этот тупой автобус не работает уже 100 раз. Хватит психовать. Отлично. У меня есть идея, как лучше добраться до реки. Что происходит здесь? О, отличная идея. Поехали. На чем вы едете? Что, американские горки? Так, ладно, мы с Бан-Баном едем летом. По полям, по полям. Отлично, мы идем к реке. Я расскажу тебе, что произошло. Рабон просто обиделся, и мы врезались в яму. Такое бывает. Ага.
На чем мы едем, я так и не понимаю, если честно. Это вагонетка, привязанная к другой вагонетке. Ну окей. А он ее типа везет, он зеленый, да, получается? Он ее везет, смотри. У меня это почти гонки Формулы 1. Нормально. Нормально катимся, пойдет. С ветерком, так сказать. Блин, тележки сперли из пятерочки, на них катаются. Вам не стыдно? Я не могу крутить камеру, если что-то кататься. О, река! Мы добрались! Они же все к реке ехали. Вот доехали. Вот доехали, наконец-то. Вот она, та самая река, легендарная. Окончательно. Мы подошли к реке. Согласен. И что дальше? Это еще что? Эй, игрок! Ты кто? Ты... Что на меня все докопались? Я понимаю, что я игрок, но как вообще в это можно играть? Я не знаю, конец. Ой-ой-ой. Какая дичь, ребята. Я... Короче, автор уже анонсировал восьмую. Восьмой хоррор-бас. Если хотите, чтобы... Я не могу мне... Ой, если хотите, чтобы я поиграл в этот трэш восьмую часть, обязательно ставьте лайки. Потому что, я не знаю, у меня чуть-чуть мозг не взорвался от этой игры. В общем, вот так примерно выглядит бан-бан на минималках. Вы только что сами все увидели. Лютый просто трэш. Давненько такого я и не видел. В общем-то, ставьте лайки, ждите новые серии, новые видосики. А сейчас всем удачи и всем пока!